Алло. Валерий, здравствуйте. Здравствуйте. Это Юлия с аналитического центра. Звоню касательно вашей заявки на инвестиционном проекте. С какой информацией уже успели ознакомиться, Валерий? Юлия, а что за аналитический центр и про какой проект речь? Проект. Инвестиционный проект, который создан государством при поддержке двух компаний РБК и «Газпром» для того, чтобы улучшить качество жизни наших граждан. Мне кажется, мы уже ранее с вами общались на эту тему. Мы интересовались, вот мы с вами разговаривали об этом. Так. И? Вот. Почему не приступили к работе, Валерий? Что произошло? Что не устроило? А какой работе-то я должен был приступить? Вы меня на работу приглашаете или что? Мы с вами говорили о том, что вы можете улучшить ваше финансовое состояние благодаря сотрудничеству. Расскажите поподробнее про сотрудничество. Что вы предлагаете? В чем вы предлагаете сотрудничать? Смотрите, поскольку вы интересовались темой дополнительного дохода, а именно сфера инвестиций, именно сотрудничество на международном финансовом рынке. Вообще, с темой инвестиций ранее сталкивались, знаете, что это такое? Да, у меня есть брокерский счет. Отлично. Хорошо. И на чем вы зарабатываете? Где? На каком рынке? Фондовый рынок. Отлично, хорошо. Вы самостоятельно этим занимаетесь или вот? Какой у вас опыт? А можно этим не самостоятельно заниматься? Конечно. А это каким образом? Кто-то за вас будет этим заниматься. Так? Получается, смотрите, да? Вы же можете... Ну, смотрите, есть несколько вариантов. Есть брокерские компании. Есть вот мой аналитический центр. Исключительно сотрудничество. Исключительно сотрудничество? Да. Ага. А вы какого рода сотрудничество предлагаете? Вы так и не сказали. Ну как? За вами закреплен трейдер, который будет помогать вам зарабатывать, будет готовить для вас сделки. И уже по результату этих сделок вы 20% отправляете ему. В принципе, ничего трудного, 20% чего я отправляю ему? Заработка. Вот заработали, к примеру, 100 тысяч. 20% это 20 тысяч отправили трейдеру. Зачем я ему буду отправлять 20%? Я не хочу. Не вижу в этом смысла. Может быть, вы мне будете отправлять 50% сделки от своего заработка? Ну, смотрите, Валерий, он же для вас будет готовить сделки, на которых вы будете зарабатывать. А какие он сделки будет для меня готовить и как он их будет готовить? Ну, вот это уже другой вопрос. Вообще, я вижу, с понятием финансового рынка вообще не совсем знакомо. Вот понятие о трейдере у вас есть? Что это за человек, чем он занимается? Это понятие такое, это человек, который торгует на бирже, либо, ну да, на бирже. Именно. Именно. Да. Так, и? Ну, раз вы не совсем понимаете, трейдер это не только тот, кто сейчас торгует на бирже, а тот, кто уже имеет опыт в этой сфере. То есть в нашем случае каждый трейдер имеет от 8 лет стажа работы на финансовом рынке. А как вам известно, вообще финансовый рынок существует более 800 лет. 800 лет, ага. А какая же биржа была открыта первой? Ну, извините, в такие подробности я уже не совсем... Не знаете, да? Понял. Не совсем вот интересовалась. Ага. Ну, ясно. Так почему не приступили к сотрудничеству, Валерий? Потому что я не хочу отдавать трейдеру 20%. Мне это совершенно неинтересно. Я же вам говорю, может быть, вы мне будете 50% своего заработка отдавать. Я тоже трейдер. Ну, так смотрите, он же у вас не забирает ваши деньги. Он заинтересован в том, чтобы вывести вас на хороший доход и уже именно из хорошего дохода получить 20%. То есть он готовит для вас сделки, он готовит для вас информацию. Какую информацию? По поводу сделок. То есть, смотрите, как это происходит. Трейдер готовит вам сделку, благодаря которой вы и заработаете.
И уже исходя от той суммы, которую вы заработали, 20% вы передаете трейдеру. Так считаете, справедливо? Нет, я же говорю, я не хочу ее ничего передавать трейдеру. Пусть он на свои живет. А для чего тогда вы оставили заявку, Валерий? Какую заявку? Там заявку на то, чтобы отдавать 20% трейдеру, я не оставлял. Ну, смотрите, вы же заинтересованы в том, чтобы заработать. Хорошо. Мы со своей стороны предлагаем вам сотрудничество с трейдером, чтобы вы смогли заработать, поскольку сфера очень большая. А насколько она большая? Вы понимаете, что это взаимовыгодный процесс. Невероятно большая. Один оборот международного финансового рынка в сутки составляет более 7 триллионов долларов. Угу. Вы об этом знали? Нет. И основные 4 сегмента, уверена, также вам знакомы. Угу. Знакомы, Валерий? Это какие остальные сегменты? А вот вы мне лучше расскажите, поскольку я вижу, вы очень образованы в этой сфере. Я вам должен рассказать. Нет, ну я знаю, просто вы сейчас... Ну хорошо, расскажите, раз знаете. Ответьте вопрос, на который я знаю. Ну я знаю, ответьте вы мне. Ну расскажите. Ну с чего вы взяли, что я вам должен что-то рассказывать? Ну, 50% сейчас, от вашего заработка, и так, я вам расскажу. Со мной общаться, Валерий. Угу. Сейчас вы себе немножко много позволяете. Нет, и почему? Вы же обратились к нам для того, чтобы заработать. И сейчас вы пытаетесь меня в чем-то обвинить, уличить, не знаю. Как по мне, это не совсем правильно. Поскольку вы обратились что для того, чтобы не заработать... совсем правильно? То, что вы это позвонили, что вы... как вы сказали, ознакомить меня со сферой, да, и опросите меня, чтобы я вам что-то рассказал. Да смотрите, я же вам рассказываю, вы пытаетесь меня в чем-то уличить. Но если вы так хорошо осознаете, давайте расскажите вы мне. Я даже не знаю, Валерий, это вопрос к вам. Угу. Из чего у вас сложилось такое мнение, что вас пытается кто-то в чем-то уличить? Исходя из нашего диалога, Валерий. Я так понимаю, у вас есть в чем уличить, да? Раз нет. Вас часто пытаются уличить в чем-то. Вы первый. А, я первый, ага. Ясно. А в чем я вас пытаюсь уличить-то? Из чего вы вдруг сделали такие выводы? А откуда это знать, Валерий? Вы же вот... Ну, это вот же вам кажется пытаетесь... так. Это же вам так кажется? Ну, вы же пытаетесь вот что-то, знаете, как-то вот себя так интересно вести. Если вам знакома сфера, вы даже зарабатываете. Хорошо, расскажите вот более подробно о своем опыте. Вот как именно вы зарабатываете? А почему я-то вам должен рассказывать? Вот расскажите вы, как вы зарабатываете, сколько вы зарабатываете, где, на чем вы зарабатываете. Вы и расскажите. Вы же меня хотели ознакомить, да? А почему-то получается, что вы хотели узнать, как я зарабатываю и на чем. Я могу вам рассказать за 50% от вашего заработка. А почему вас интересует мой заработок? Ну, потому что вас интересует мой. Ну, вы же обратились для того, чтобы его улучшить. И я вас ознакомливаю с условиями, как именно вы можете это сделать. Нет, вы меня не ознакомливаете. Вы хотите, чтобы я вас ознакомил с чем-то. С тем, как я это делаю. Вот. Ну, так, а смотрите, на самом деле, вы же позвонили опыт, меня ознакомить. Мне очень интересно... Вот смотрите, вы же сказали о том, что у вас есть опыт. Вот я интересуюсь вашим опытом, чтобы понимать, какая информация вам уже доступна, какую информацию вы еще не знаете. С чего лучше начать разговор? Ну, разговор-то вы начали уже давно, и все время что-то пытаетесь узнать. Ну, я все-таки предлагаю вам перейти к вашим непосредственным обязанностям и ознакомить меня с тем, вот чем вы хотели. Угу. Вот я же вам рассказываю о том, что трейды, с которым вы будете сотрудничать, имеют свой интерес. Это 20% от вашей прибыли. Ну, я же вам сказал, что у меня нет желания вашему трейдеру отдавать 20% своей прибыли. Хорошо. Какой процент на... как вы считаете, какой процент будет справедливым? 50 на 50? 0%. Вашему трейдеру, почему я ему должен что-то отдавать? Ну, поскольку он же будет готовить для вас сделки. Ну,
Вы понимаете, что это не совсем справедливо, поскольку человек готовит для вас сделки, имеет команду аналитиков, которые постоянно следят за тем, что же происходит, а вы получаете информацию и взамен ничего не отдаете. Конечно. Так по мне это совсем несправедливо. Ну, я пока, вы знаете, я пока информации не получал, да, еще нужно оценить качество вашей информации предварительно. Ну, вот, конечно. Конечно. Конечно, естественно, надо от слов перейти к практике. Я полностью с вами согласна. Практики какой? Начать отдавать 20% вашему трейдеру? Я вам сказал, мне это не интересно. Ну, смотрите, ни в коем случае наперед вы никому ничего не отдаете. Вы отдаете уже по результату. То есть после того, как заработали, после того, как увидели прибыль, после того 20% отдаете трейдеру. Как по мне, это очень выгодно. Не понимаю, почему вы с этим не согласны, Валерий. Я же вам сказал, мне надо сначала оценить качество информации, которую вы даете. Вот. Предлагаю вам, значит, что давать мне информацию, ну, в течение 2 недель. И я посмотрю, насколько на ней действительно ли можно заработать на этой информации. Но смотрите, вы условия здесь ставить не будете, поскольку вы обратились к нам для того, чтобы заработать. Вы считаете, что условия будете ставить вы? Я правильно понимаю? По которым работаем мы. Но смотрите, вы же обратились к нам, не мы. Ну, я же ваш номер не с потолка взяла. Ну ничего страшного, что не с потолка. Ну, это так, не страшно. Смотрите, я сейчас вас ознакомливаю, а вы уже начинаете относиться не очень, скажем так, приятно, поскольку вам не нравятся те условия. Конечно, почему мне, вы считаете, мне не нравятся ваши условия. Хорошо, давайте с вами сделаем исключение 50 на 50. Я же вам сказал, 0%, 0,0%. А вы считаете это справедливым? Конечно. Хорошо, почему вы так считаете? Объясните, Валерий. Потому что это справедливо. Почему человек, который готовит для вас сделки, который работает, благодаря которому вы можете заработать, вот вы считаете, что вы не должны его отблагодарить за работу? Ну, вы понимаете, надо сначала убедиться. Я же говорю, давайте мне информацию в течение для 2 недель, чтобы я смог оценить, какого качества эта информация, можно ли на ней заработать или нет. Вот, а после этого уже можно будет разговаривать о чем-то, но никак не до этого, понимаете? Все просто. В первую очередь надо оценить качество той информации, которую вы даете. А после этого уже тогда можно будет хотя бы о чем-то говорить. До этого момента все разговоры, они совершенно бесполезны и пустопорожны. Так я же вам и говорю, давайте перейдем к практике. Давайте вы откроете свой личный счет на международной платформе. У меня есть свой личный брокерский счет. Прекрасно. Великолепно. Очень невероятно. Показывайте. Поскольку вы будете зарабатывать на международной платформе, я не знаю, где вы зарабатываете сейчас, но вам надо будет открыть счет на международной платформе, в которой вы будете выходить на торга. Не имею желания открывать счета на международных платформах, мне это совершенно не интересно и не нужно. У меня есть свой брокерский счет. Тогда для чего вы оставили заявку, для чего вы интересовались этой темой, Валерий? А я вам не оставлял заявку. Ни в РБК, ни в аналитическом центре я вам не оставлял. А я ваш номер с потолка взяла? Или как вы считаете? Может быть, с пола, я не знаю, где вы берете номера. Вы же самостоятельно оставили вашу заявку для того, чтобы улучшить ваше качество доходов. Улучшить качество? Вы улучшаете качество доходов. Ага. А так у вас доходы некачественные, да? И вы их как улучшите, и они сразу станут качественными. У меня к вам вопрос. Для чего вы оставили заявку? Для того, чтобы что? А для чего вы разместили рекламу? Для того, чтобы что? Для того, чтобы улучшить качество жизни наших граждан. Для того, чтобы дать им финансовую грамотность и вывести их на хороший доход. Ну, я пока не вижу ничего, чтобы могло мне сказать о том, что вы в состоянии кого-либо вывести на хороший доход. Давайте от слов перейдем к практике. Давайте откройте ваш личный счет, с которого вы будете... У меня есть мой личный брокерский счет, он уже открыт, мне не надо открывать. Хорошо, а где он находится? Великолепно. Вот на какой платформе, где вы его открыли? На брокере.
Угу. То есть вы уже с кем-то сотрудничаете, у вас есть брокерский счет. Хорошо, что такое конечно. Брокерский счет? Вы знаете? А расскажите мне, пожалуйста, про брокерский счет. Что такое брокерский счет? Ну, смотрите, а если вы его открыли, вы уже знаете. Угу. Валерий, если вы его открыли, вы же знаете, что это такое, как оно работает. Мы не работаем как брокерская компания. Ага. А как кто вы работаете? Я так понимаю, вы со всеми... Ну, чем занимается ваша компания? Вообще расскажите ничего не знаете, подробнее. И вам это совсем не интересно. Мы занимаемся тем, что помогаем нашим гражданам заработать на международном финансовом рынке. Аналитический центр. Ага. Это ваша компания так называется, аналитический центр, да? Мы являемся проектом. А, вы проект? А компания как? Аналитический центр – это проект какой компании? Так вы же знаете. Я же вам рассказывала. Что вы не рассказывали? И вот то, что вы сейчас, смотрите, я вижу, что вы совсем не осведомлены этой сфере, и мне очень жаль, что вы не хотите совсем менять свою жизнь. Вот мне очень искренне жаль этого. Вы готовы изменить? Алло. Алло, Валерий, здравствуйте. Здравствуйте. Да, Валерий, меня зовут Арсен Ляпин. Рад с вами познакомиться. Звоню касательно вашей регистрации по инвестиционному проекту, помните? А что за инвестиционные проекты? Поподробнее расскажите, пожалуйста. Так, хорошо, Валерий. Только сразу меня сориентируйте. А с какой информацией ознакомились по нашей рекламе? Что для себя читали, как запомнили? Я даже не могу понять, о чем речь, поэтому я вот вас и прошу, расскажите, пожалуйста, что за проект. Понимаете, чтобы понять, так, чем я ознакомился, я должен понять, кто и что предлагает. Так ведь, правильно? Как я могу понять, чем я ознакомился, если я даже не знаю, кто вы? Хорошо, Валерий. Ну, смотрите, сфера инвестиций, соответственно, заработок на инвестициях. Это замечательно, это великолепно просто. Ну, что у вас за проект, что за компания? Я же вас не просил рассказывать мне про сферу инвестиций. Давайте начнем с того, что вы расскажете, что вы за проект, и проект это какой компании. А дальше уже мы пойдем... ГАЗ. Что ГАЗ? Хорошо, Валерий, я вас услышал. Соответственно, проект называется «ГАЗ РУСИ» от «Газпрома». Оставляли как раз у нас контактные данные. Ну, честно говоря, не припоминаю. Ну, возможно, так. Так, хорошо, Валерий, подскажите, ранее себя в инвестициях пробовали? Возможно, вкладами занимались? Как у вас? Возможно, занимался вкладами. Возможно, занимались. Прекрасно. Соответственно, сфера инвестиций, заработок на четырех направлениях происходит. Соответственно, первое направление – товарно-сырьевое, газ, золото, нефть, ценные металлы. Второе – это фондовое направление, акции крупных компаний, соответственно, ценные бумаги и дивиденды включены. Третье и четвертое направление – это валюта и криптовалюта. Ага. Подскажите, ранее сталкивались с данными направлениями? Либо для вас это все впервые, скорее? Что-то слышал я, конечно, конечно. Так, прекрасно. Валерий, на данный момент задам пару формальных вопросов по системе безопасности, чтобы понимать, можем ли мы с вами сотрудничать. Хорошо? Ну, я слушаю вас. Так, Валерий, наша компания работает в рамках закона, поэтому подскажите ваш полноценный возраст. Полноценный мой возраст и полноценное совершеннолетие. Совершеннолетний, так, хорошо. Подскажите, ваше гражданство, наше российское, либо же другой страны? Наше российское. Хорошо. А вы, пожалуйста, подскажите ваш полноценный возраст. Ну, это я интересуюсь с целью безопасности. Мне 28 полноценных лет. 28 полноценных лет. А гражданство ваше какое, российское или другой страны? Российское. Ага. А чего вы так удивились? Ну, странные, конечно, вопросы, но... Странные? А почему вы вот эти вопросы от вас считаете, что они не странные, а от меня то, что странные? Ну, я спрашиваю их по системе безопасности, чтобы понимать, можем ли мы с вами сотрудничать. Правильно, так и я по системе безопасности. По законодательству.
Ага, и я по системе безопасности и по законодательству, именно с этой же целью. Никаких других целей я не преследовал. Хорошо, Валерий, я вас услышал. Собственно, подскажите, рассматриваете сферу инвестиций для себя как основной вид заработка, либо же дополнительный? Я для себя рассматриваю сферу инвестиций как сферу инвестиций, то есть в прямом классическом понимании слова инвестиции. Вы знаете, что это такое? Соответственно, заработок на активах с приумножением вашего капитала. Это немножко другое определение, немножко другое. Ну, хорошо, это долгосрочные вложения, если говорить напрямую. То есть, соответственно, государственного, либо же частного проекта в стране, либо же за рубежом с целью получения дохода. Это вложение государственного проекта? Это вложение денег, во-первых, для их сохранения, а также для приумножения. Вот, наконец-то вы ознакомились, ага. Да, да, именно с этой целью я и интересуюсь инвестициями. Тут вы верно подметили, именно вот с этой целью. Так, хорошо. Так, подскажите, по направлению, какое для себя рассматриваете? Российский фондовый рынок. Московская биржа, либо же питерская? Московская. Так, подскажите, желаете торговать на акциях крупных компаний именно в нашей стране, либо же за рубежом тоже? А московская биржа за рубежом? Я, в общем, у вас уточняю, как вы для себя рассматриваете, но так-то... Ну, я же вам сказал, что я для себя рассматриваю. Так, хорошо. И второй момент, я не намерен торговать, как вы выразились. Вот. А намерен инвестировать. Еще раз, повторите последнее. Я не намерен торговать, а намерен инвестировать. Так. Так. Так, а как вы себе это представляете? Я себе это представляю именно так, как это звучит. Вот мы с вами обсудили классическое понимание слова инвестиции, правильно? Так, какое классическое понимание инвестиций, вот в вашем понимании? Ну, тогда расскажите мне своими словами еще раз, что вы понимаете под словом инвестиции. Ну, о, прошу прощения, повисите, по работе надо ответить. Повисите минуточку. Алло? Алло. Да, я тут, Валерий. Можем продолжать? Да, конечно. Ну, расскажите в своем понимании. Вот мы уже с вами вроде определились, а сейчас вас опять куда-то немножко в другую сторону снесло. Своими словами, ну вот скажите, что такое инвестиции? Сказали... Хорошо, вы мне сказали то, что вы хотите инвестировать, но не хотите торговать. Ну, я вам приведу элементарные даже примеры. Инвестиции в недвижимость делается ради чего? Смотря кто какие цели преследует. А при чем здесь недвижимость? Мы же с вами говорим про фондовый рынок. Или вы какое-то агентство недвижимости, Газинвест, да, или как вы сказали? У вас агентство недвижимости Газинвест? А нет, мы говорим... Или вы застройщик Газинвест? Про понятие инвестиций. Ну, давайте тогда мы и будем обсуждать понятие инвестиций в разрезе ценных бумаг, да? Мы давайте это и так. Обсуждаем, в принципе, Валерий. Ага. Ну тогда не уходите, пожалуйста, на недвижимость. По-моему, это тут не совсем к месту, как вы считаете. Так, а вы понимаете, что такое инвестиции сами? Конечно, я же вас поэтому и прошу ваше понимание озвучить. Так я вам отвечаю, вы меня перебиваете. Давайте. Нет, вы мне говорите про недвижимость. А это есть недвижимость. Инвестиции могут быть разные. Давайте мы инвестиции в недвижимость мы рассматривать не будем, потому что вы не агентство недвижимости и даже не застройщик, хорошо?
Хорошо, Валерий. Только для того, чтобы вы понимали, в принципе, как инвестиции работают в финансовом рынке, вы должны понимать, как в целом они работают. Ну, согласны со мной? А, я понимаю, как они в целом работают, конечно. Вот. Именно поэтому я у вас спрашиваю, как по вашему мнению, что такое инвестиции, по вашему мнению? Ну вот расскажите своими словами. Ну, своими словами, инвестиции – это инструмент для того, чтобы зарабатывать деньги. В данном случае мы используем финансовый рынок для того, чтобы зарабатывать, в принципе, деньги. Ага. Все очень просто. Инвестиции – это только инструмент, если будет так уж. Конечно, только инструмент. Конечно, только инструмент сохранения и, возможно, приумножения своих средств, да. Вот. Поэтому, ну, когда вы мне говорите о том, то, что вы хотите инвестировать, но не хотите торговать, то у меня создается впечатление, что вы либо не понимаете, что такое инвестиции, ну, либо... Ну, а мне кажется, вы не понимаете. Обязательно торговать, да, по вашему мнению? Надо обязательно торговать. Так вот торговать это немножко другое определение, это спекуляции. Ну так вот, чтобы вы понимали. Вот то, что вы описываете. Ну и что? Нет, ничего, это не инвестиции, это спекуляции. Спекуляции. Конечно, конечно. А спекуляции, они сами по себе значительно более рискованное, так скажем, мероприятие относительно инвестиций. Вот. Теперь вы понимаете меня? Вам это было понятно? Алло. Хорошо. А, Валерий, вы подскажите. А вы считаете, что это хорошо? Валерий, я попросил вас не перебивать. Можете меня не перебивать? Спокойно, спокойно. Не нервничайте, не нервничайте. Мы сейчас все с вами разберемся. Я там что-то вам подскажу. Что-то вы в интернете сможете посмотреть, ознакомиться. Тут как бы у нас не возникнет проблем. Я постоянно вас должен слушать. А вы считаете, я вас постоянно должен слушать? Ну, если вы говорите какую-то ерунду, почему я вас должен слушать? Если вы задаете вопрос, наверное, вы хотите получить ответ, нет? Конечно, хочу получить, но если вы не отвечаете... Вы себя слышите? Конечно, давайте конечно. Давайте я отвечу вам. Не, вы просто вы что-то другое начинаете вот говорить опять. Вместо ответа на мой вопрос. Вот опять. Конечно, я же говорю, вы не отвечаете, вы говорите только, что вы сейчас мне отвечаете, уже вот-вот ответите, вы... и вместо этого куда-то вас уносит в другую степь. Валерий, давайте-ка все-таки вернемся. Сказать, как я вижу сферу инвестиций своими словами, но вы даже мне не дали договорить. Почему? Я вам дал договорить. Какой диалог мы с вами можем построить, если вы постоянно будете меня перебивать? Это уже монолог. Нет, получается. Нет, просто дело в том, что вы хотите Валерий, постоянно вот говорить, Валерий, а вот чтобы скажите, я молчал и слушал, понимаете? Невзирая на ваше ошибочное мнение. Но это неверно. Если вы не правы, я вас поправляю. Ну что? Что вас в этом смущает? Ну, почему вы считаете, что что-то не так? А, Валерий, скажите, это вообще настоящее ваше имя? Конечно. Угу. Интересно. Хорошо. И часто вы общаетесь с такими... А вот то имя, которым вы представились, это настоящее имя? Нет, ответьте мне. Ну, это как минимум настоящий, Валерий. Как минимум настоящий, вот теперь, да? Ответьте мне на мой вопрос, Валерий. Вы часто общаетесь так с менеджерами и просто оставляете регистрации, чтобы их поправлять? Нет, почему я часто общаюсь? Бывает, конечно. Я, да, рассматриваю инвестиции, бывает. Поэтому бывает. Ну, а что? Так. Вы считаете, что кто-то хорошо. Может мне запретить это делать? Хорошо, а в чем ваш личный интерес, что вы оставляете заявки, прожигаете, ну, по сути, свое время и толком даже с менеджером нормально на диалог не сможете выйти, если вы как? Постоянно вот, знаете, вытягиваете вот все эфирное вот время? Странный вы видите, такой взгляд, вы считаете, что я не могу выйти на диалог, вот вы считаете, что я не могу выйти на диалог в том, это то, что как бы вы совершенно не в курсе, о чем вы говорите, я вас поправляю, вот это вы называете моим невыходом на диалог. Я правильно понял? Вы как минимум перебиваете меня. Ну как почему минимум, же я вас перебиваю? Попросил. Вот видите, опять это уже третий раз.
Ну, вы излагайте свои мысли кратко и по сути. Валерий, а вы даже, когда я кратко пытаюсь рассказать свое мнение, как я это вижу, вы начинаете меня перебивать. Я вас не перебиваю, я просто дополняю, там, где вы не понимаете, я вас поправляю. А я-то думал, почему такое странное имя, и в базе даже не могу найти вас. В базе? А в какой вы базе меня не можете найти? Передавайте нашему начальству привет. В какой базе вы не можете меня найти? Алло? Алло? Алло, здравствуйте, здравствуйте, Валерий. Здравствуйте. Меня зовут Алексей Сергеевич Долматов. Звоню по поводу вашей регистрации, которую вы оставляли для получения дополнительного дохода. Припоминаете? Регистрации где? При поддержке «Газпрома». А что «Газпром» поддерживает? Ну, собственно, наш проект при поддержке «Газпрома». Расскажите про ваш проект поподробнее. Что за компания этот проект представляет? И как вас поддерживает «Газпром»? Алло, повторите, пожалуйста, еще раз. Расскажите поподробнее про ваш проект, какой компании этот проект, и как вас поддерживает «Газпром». Ага, хорошо, собственно. Сейчас все расскажу, но давайте для начала мы поймемся с вами поближе. Мне нужно знать, сколько вам полных лет и гражданином какой страны вы являетесь. Хорошо, я непременно отвечу на ваши вопросы после того, как вы ответите на мои. Ну, слушайте, чтобы мы могли работать, мне нужно знать, так как проект государственный, мне нужно знать, сколько вам полных лет, собственно, и гражданином какой страны вы являетесь. Для начала мне нужно знать, кто мне звонит и спрашивает у меня о моей персональной информации. Так вот, чтобы отвечать на ваши вопросы, я должен понимать, кто вы и откуда. Хорошо. Смотрите, Валерий, что вас в первую очередь интересует? Я вам задал свой вопрос. Собственно, откуда мы? Наш офис находится... в Москве. Угу. Если вам так интересно. Пресненская, 8. Угу. Ближайшее метро ВДНГ. 7-й этаж. ВДНГ? Далее... ближайшее метро, где, да? Вот еще вопрос есть. ВДНГ, да. ВДНГ. Угу. ВДНГ, да. Угу. Что еще вы можете рассказать? Далее, такие угу. Вот. А что вам нужно знать? Ну, я вам задал вопрос. Какой? Вы плохо слышите или плохо понимаете? Валерий, вы не интересуетесь дополнительным заработком. Успокойтесь, все хорошо. Не надо, спокойствие, только вы спокойствие. Вы интересуетесь дополнительным заработком. Я вам позвонил. И вы начинаете мне задавать вопросы. Так, конечно. Пожалуйста, задавайте их нормально. Все, хорошо. Я вам задал вопрос. Ответьте на него. Что-что? Какой вопрос, повторите? Что вы за компания, что у вас проект и как вас поддерживает «Газпром»? Ну как, напрямую поддерживает «Газпром». Мы можем покупать акции «Газпрома». Собственно, мы помогаем вам тоже это делать. А «Газпром» вас поддерживает так, что вы можете покупать акции. Угу. Верно. Я тоже могу. Значит, меня «Газпром» тоже поддерживает? Нет. Ну как это нет? Когда да? Ну, какие у вас есть, собственно, удостоверения?
А у вас какие есть удостоверения? Ну, это мы можем зарегистрировать ваш торговый счет, и вы, собственно, посмотрите уже. Ага, а я могу зарегистрировать ваш торговый счет, и вы посмотрите мои удостоверения. Слушайте, вы рисовались дополнительным заработком. Для чего? Так вы не ответили на мои вопросы. Почему же не ответил? Нет, не ответили. Смотри. Какой раз вопрос повторите? Вы знаете, я не попугай, чтобы вам по 100 раз повторять. Алло. Алло, да, я вас слышу прекрасно. Ну, отлично. Так я жду ответ на поставленные мной вопросы. Собственно, вы хотите узнать, как вас поддерживает «Газпром»? Да, я хочу знать, что вы за компания, как вас поддерживает «Газпром», что у вас за проект. Ага, вот смотрите. Я вас могу, в принципе, связать с моим старшим менеджером. А вы не знаете, да? Который более опытный в этом деле. Ага. Ну, я знаю. Ну, так ответьте тогда, пожалуйста. Я работаю здесь всего лишь год. А, вы за год не поняли, где вы работаете? Почему не помню? Я помню. Я говорю, не поняли, где работаете за год, да? Почему? Я понимаю. А почему тогда ответить не можете? Потому что есть люди, которые более компетентны в этих вопросах, а я еще не полностью компетентен. Я понял. Вы за год даже не узнали название компании, в которой вы работаете. Ну, компания «Газпром», собственно. Вы работаете в «Газпроме», да? Ага. И «Газпром» да. Вас поддерживает, да? Угу. Ну так я же это вам и сказал. Ага, а вы в «Газпроме» что делаете? На бурильной установке работаете или что? Нет. А что? Да, смотрите. Газ в трубу закачиваете? Алло. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Иванов Александр Сергеевич, я старший менеджер инвестиционного проекта. Подскажите, что у вас не вышло? Тут вижу, менеджер со мной связался, сказал, что что-то у вас не получается. Интересно, дополнительный доход, насколько вижу. Начните, Александр Сергеевич, с описания вашего проекта, информация о том, компании, какой компании он принадлежит, что он конкретно предлагает. И тогда будет понятно, что у вас не получилось. У нас? Не, вы послушайте, Валерий, я к вам первый раз звоню и первый раз знакомлюсь. Поэтому вообще, вот вы с опытом к нам пришли, пробовали или нет? Как я понимаю, по вашим вопросам? Да. Вы решили проигнорировать мои вопросы? Нет, я не решил проигнорировать ваши вопросы, я хочу сейчас понять, насколько доступными словами мне объяснять. То есть вы сейчас спросили какую-то вещь, я их понял и услышал. Объясняйте самыми простыми словами это название вашей компании, это суть вашего проекта и условия, на которых все предлагается. Все, да без проблем, Валерий. Послушайте, это аналитический центр при поддержке «Газпром». То есть мы работаем при патронстве «Газпром». Вот и все. Замечательно. Вы забыли упомянуть название вашей компании. А для аналитического центра при «Газпроме» надо название? Вы сейчас серьезно, Валерий? А его не должно быть, да? Ну, аналитический центр. Ваша компания называется «Аналитический центр». Нет, Валерий, вы сейчас меня совсем не слышите или не хотите услышать. Аналитический центр – это не отдельная компания. Аналитический центр – это целый отдел.
компании при поддержке «Газпром». Ну, вы отдел внутри какой компании при поддержке «Газпром»? При «Газпроме». Вы слышите меня? Вы внутри какой компании отдел? Вы слышали? «Газпром», я же сказал. Вот, знаете, теперь мне становится понятно, что у вас не получилось. Давайте. У вашего коллеги не получилось озвучить название вашей компании, в которой он работает только год, но, к сожалению, пока не понял, где он работает. Вот это у вас не получилось. Я смотрю, у вас точно такие же сложности. Да, обязательно послушаю диалог, который вы с ним проводили, да. Разговаривали о чем-то. Да, потому что, ну, на самом деле, интересный вопрос. Вы составляли заявку, соответственно, естественно, просили, чтобы с вами связались. Поэтому я так и думаю, что вы знаете, где оставляли заявку, Валерий. Или вы забыли? Я так понимаю, у вас сложности, да? Вы тоже не знаете, где вы работаете. А ну, то, хорошо, ответил, это полбеды, раз. А вы сколько работаете в этой компании? За 7-й год пошел. Ага, ваш коллега за год не смог выяснить, где он работает. Вы 7 лет работаете и тоже никак не осознаете. Ну, хорошо. Давайте перейдем теперь к тем услугам, которые вы хотите мне предложить. Угу. Ну, это аналитика. Да. Какая это аналитика? Да, аналитика на бирже, на рынке финансовом. То есть, какая сделка сейчас актуальна, какая нет, на которой можно заработать, на которой нет. Как новости влияют на тот или иной актив. То есть, наша цель – это аналитика. Угу. На каких условиях вы предлагаете вашу аналитику? Да, от чистого дохода 20%. Только по факту вывода. То есть работаете с инвестиционного счета, соответственно, там открываете сделки при поддержке аналитика, там связываетесь по телефону, по скайпу, по ватсапу, неважно как. Он вам рассказывает, а с какой целью мне связываться с вашим аналитиком? Я так понимаю, речь идет о торговых сигналах? Ну, можно это так назвать, да. Ну, мне связь с вашим аналитиком совершенно не нужна. Вы можете направлять свои сигналы мне в Телеграм. В принципе, да, можно и так. Ну, то есть вы сами договорились с аналитиком, он будет отправлять вам... Так это же, подождите. Я не аналитик, я не буду вам сигналы отправлять. Ну, какая разница? Вы сами договорились с аналитиком при связи, при личной связи, что мне удобно так работать, что я хочу получать... Ну, я вам сейчас говорю, что мне не нужна личная связь с аналитиком. Если у вас личная связь с аналитиком, как бы это ваши сложности, мне она не нужна. Я готов получать сигналы с Телеграм. Что такое сигнал торговый? Вы себе как представляете? Расскажите мне своими словами. Валерий, вы сейчас мою квалификацию решили проверить? Конечно. Ну, если вы за 7 лет не смогли выяснить название своей компании, то, может быть, что-то, так скажем, в том хотя бы, о чем вы говорите, у вас есть какое-то понимание? Валерий, конечно, есть, у меня понимание, так как я туда пришел... Ну, тогда расскажите, пожалуйста, как вы понимаете, что такое торговый сигнал? В положении какого-то экзамена, Валерий. Вы в положении? Да, вы сейчас мне ставите такой... А ну, ответьте на мой вопрос. Нет, вы сами стоите в том положении, в которое вы себя поставили. Валерий, первый раз с вами связываюсь, и вы мне говорите про какое-то положение, которое я себя поставил. Конечно. Вы себя поставили в очень незавидное положение тем фактом, что вы не знаете, где вы работаете, так же, как и ваш коллега. Подождите, ответ в аналитическом центре при «Газпроме» вас не устраивает. Вы считаете, что в каждом банке, как минимум, нету аналитического отдела, который занимается аналитикой не только биржи, потому что банки тоже торгуют на бирже, и вы это должны прекрасно понимать, Валерий, но и также тех же отдачи кредитов и, возможно, давать их и не давать. Это все занимается аналитический отдел. И он есть в каждом банке, вы это должны понимать, Валерий.
Вы мне сейчас рассказываете, что я не знаю, в какой компании работаю. Я прекрасно знаю, где я работаю. Так назовите, пожалуйста, название вашей компании, если вы прекрасно знаете. Вы меня сейчас слышите, Валерий? Конечно. Вы меня не слышите и, по-моему, не понимаете, что я говорю. Может быть, вы просто не в состоянии внятно выражать свои мысли? Да нет, как раз я внятно выражаю свои мысли. Просто я, насколько понимаю, вы не расположены понять, Валерий. Еще раз вам повторю вопрос. Назовите, пожалуйста, компанию, как она называется, в которой вы работаете. Сколько раз я могу повторять слово «Газпром»? Вот мне просто интересно. Впервые вы сейчас сказали, что вы работаете в «Газпром». Вы работаете непосредственно в ПАО «Газпром»? Постойте, я не первый раз сказал сейчас, что я работаю в «Газпром». Вы сейчас придумываете мне просто факты, которые... Вы говорили, что вы работаете в аналитическом центре при поддержке «Газпром», да? А это совершенно... Да, другое дело, понимаете? Так я вам, вот смотрите, я вам специально задаю вопросы так, чтобы вы могли ответить «да» или «нет». Я повторю свой вопрос. Вы работаете в ПАО «Газпром»? Послушайте, «да» или «нет» – это совсем отлично, но так диалог не попадает. Ну, я понял, вы не в состоянии ответить даже на такой простой вопрос. Валерий. Мне, конечно, нравится ваш стиль общения. Конечно, я человек конкретный, как бы, да, и я привык, что люди отвечают на мои вопросы. А если вы не в состоянии ответить на простой вопрос, ну, это говорит очень многое о вас. Валерий, ну, замечательно, что вы конкретный человек, но вы на самом-то деле не ответили ни один на мой вопрос. Если это диалог, вы... а не какой-то допрос, Валерий, не ответили ни один, ни на один мой вопрос вы. Да, на все ответил как бы. На все как бы это как? Ну, так ты и ответил. Вы работаете в ПАО «Газпром». Публичная акционерная акционерная. Публичная акционерная вы говорить не смогли. Ясно. Неужели настолько все плохо? Алло? Алло? Алло, Валерий, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте я представлюсь. Меня зовут Александра и звоню вам по такому поводу. Вы прошли регистрацию по проекту от Тинькофф. Я так понимаю, что ищете для себя дополнительный доход и, в принципе, есть желание его увеличить. Согласны? Правильно? Нет, неправильно. Есть свободные средства и есть желание инвестировать. А расскажите, пожалуйста, Александра, поподробнее, что за проект от Тинькофф? Смотрите, вы вообще ознакомливались уже с информацией, возможно, видеоролики видели базовые основы работы программы? Там не было никакого видеоролика, вернее, был вместо него пустой, это там нечего было смотреть, а больше там ознакомиться было не с чем, к сожалению. Несколько вопросов и все. Так. Отлично, хорошо, тогда так. Вы считаете, что это я хорошо? Вам сейчас подробно. Я вам подробно сейчас суть предложения изложу. И да, уже хорошо, я слушаю. Помогу подобрать для вас выгодные условия. Да, я вас слушаю. Давайте немножечко познакомимся, чтобы я уже понимала, какой формат вам более подойдет. Валерий, подскажите, конечно, пожалуйста, начните, пожалуйста, с рассказа о вашем проекте. Это, конечно, это первое дело при знакомстве. Давайте постепенно. Конечно. Я хочу узнать, в принципе, какой ваш образ, да, финансовый. То есть вы мне сначала ответите, сколько вам лет, и мы перейдем уже, в принципе, уже к важным вопросам, которые вы мне сейчас будете задавать. Договорились? Александр, замечательно. Но я же должен понимать, кто мне звонит и что предлагает, прежде чем отвечать на ваши неважные вопросы. Правильно? Нет, неправильно. Если у нас с вами будет конструктивный диалог, нам будет легче понять друг друга. Вы согласны? Конечно, конечно, Александра. Просто я вам объясню, если вы не понимаете, что такое конструктивный диалог. Да?
Так вот, это диалог, значит, строится таким образом. Если вам задают вопрос, вы на него отвечаете, а не говорите: «А, замечательно, но сейчас я вам задам 5 вопросов, а после этого я отвечу на ваши». Так что давайте-ка мы все-таки... У вас, наверное, сегодня настроение плохое? Нет, нет, почему? Замечательное вы настроение. Вы решили под конец моего рабочего дня мне испортить настроение? Ну, если вы такая прям обидчивая, ну что, я, к сожалению, не знаю, я что... Я вам вопрос задала, почему вы не ответили? Вам потакать. Где же конструктивный диалог? Я намерен следовать своим путем. Я не говорю, чтобы вы мне потакали. Вы обратились, я вам готова помочь. В чем проблема? Так излагайте. Проблема в том, что вы от меня что-то хотите, да? А так не пойдет. По-моему, только вы сейчас говорите, что-то от меня хотите. Я вам задал вопрос, чтобы... Позвонили мне вы. Я вам задал вопрос. Я вам задала вопрос тоже. Вопрос вам первый задал я. Если вы обратили давайте внимание. Давайте не будем, как в детском садике, да? Конечно, конечно, давайте не будем валять дурочку. Конечно. Прекратите валять дурочку и просто спокойно, конструктивно... Вы мне здесь не указываете, что мне делать. Вы хотите зарабатывать, или я вам сейчас расскажу по теме, или вы будете обсуждать мое поведение, или мои ноги, или голос. Что вы такая ранимая? Вам вопрос задали, а вы занервничали сразу. Давайте предлагайте, валяйте свои вопросы. Что с вами не так? Я смотрю слишком... Что такое? Негативный опыт у вас был? Вы решили сорваться, у вас был негативный опыт? Я не нервничаю, меня у вас был негативный опыт, да? А что случилось? Александр, что у вас случилось? Вы решили позаигрывать ко мне или как? Это у вас, наверное, позаигрывать к вам? А это каким образом? Александра, вы считаете просьбу рассказать о вашем проекте, вы считаете заигрыванием? По-моему, Александр, у вас искаженные понятия заигрывания. Александр, я теперь, кажется, начинаю понимать. Вы даже не умеете это делать. Негативный опыт, Александр? Я, кажется, понимаю, в чем у вас негативный Валерий, опыт. Валерий, у вас там все нормально с головой? У меня вообще все великолепно, Александр. Вы себя хорошо чувствуете? Великолепно. Для чего оставили заявку? Великолепно. Вопрос. Александр, я хотел узнать, что вы предлагаете. Вам это было понятно, Александр? Но вы занимаетесь сейчас не этим. Вы занимаетесь Александр, сейчас не этим. Александр, вам было понятно, зачем я оставил заявку? Нет, не было. А почему? Вы не хотите. Вы плохо понимаете, это Александр, у вас да? надо спросить. Александр, а почему вы плохо понимаете? Валерий, вам не с кем поговорить, вы одинокий мужчина. Вы плохо учились в школе, сайт... да? Вы знаете что, вы дайте заявку лучше на сайт знакомства. Дайте заявку. Найте заявку, Александра, найте. Долгие, некрасивые речи кому-нибудь другому, хорошо? Александр, не нервничайте, все хорошо. Просто вы не нервничайте. По адресу обратились. Вы такая ранимая, вы да? Не по адресу вам задал один вопрос, а вы впадаете в истерику. Вы меня не знаете, не нужно мне здесь наговаривать, какая я, хорошо? Кто вас обидел, Александра, что такое? Кто вас обидел сегодня? Алло, да. Да-да. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Да, мое имя Алексей. Подскажите, пожалуйста, чем я могу вам помочь? Алексей, вы можете рассказать подробно то, что не смогла сделать ваша коллега, потому что у нее, так я так понимаю, у нее какие-то сложности с пониманием вопросов, сложности с ответами на вопросы. В каком плане? Задавайте вопросы, я вам отвечу. А вы у нее спросите, она же недалеко, раз вы у нее гарнитуру отобрали. А пусть она вам подскажет. Какую гарнитуру отобрали? Вы о чем? На меня просто ваш звонок перевели, да и все. Конечно, конечно. Отобрали гарнитуру, да-да-да. Хорошо. Вы мне можете помочь, подсказать, пожалуйста? Чем я могу вам помочь? Я так понимаю, то, что в принципе вы заинтересованный клиент, но у вас есть какие-то трудности, правильно? В чем они? Нет, трудности есть у вас. Какого характера? Да я не знаю, какие у вас трудности. Но, судя по всему, у вас их много. Так, а что? Ну, вы спросите какие, у Александры. Ну, я просто немного не понимаю. Вы заинтересованы клиентом? Ну, спросите, и все поймете. Там хорошо, я вас сейчас спрашиваю. Ответьте. Я понял. А вы переживаете, что она также и вам не сможет ответить на ваши вопросы, да?
как мне не можете смогла. Можете мне, пожалуйста, ответить сейчас на поставленный мной вопрос? Я должен ответить на поставленный вами вопрос? Да, конечно. А с чего вы взяли, что я вам что-то должен? В каком плане? Ну, смотрите, я сейчас задал вопрос. Вам сложно на него ответить? Но вы мне просто сейчас говорите, что Александр не может ответить на ваш вопрос. Тоже а вы сейчас не можете ответить на мой вопрос. Да, и она не смогла ответить, понимаете? А если человек не отвечает на мои вопросы, а у него выхватывает... Ну, так задайте их мне. А вы у нее спросите, почему я попугаю, что ли? Я говорю, вы мне задайте вопрос. А почему я должен повторять? Вы во мне попугаю, что ли, видели? Так вы ошибаетесь. Хорошо, зачем вы тогда вы продолжаете диалог, если вам не интересно наше предложение? А я не понимаю, зачем вы выкрутили у нее гарнитуру? Никто ни у кого гарнитуру не выкрутил. Ну, отлично тогда. Тогда отдайте ей гарнитуру, и мы продолжим. Хорошо. То есть вы хотите общаться именно с ней, правильно? Да мне все равно, с кем общаться. Я хочу общаться с тем, кто не будет задавать мне тупых вопросов. В каком плане тупых вопросов? В самом прямом плане. Ну, мне кажется, то, что... Ну, задайте мне вопрос тот, который вы задавали Александре. Я не попугай, повторяю все по несколько раз. Я до этого Александре раза три повторил. Она вместо ответов, она что-то там непонятное гундосила, как бы это. Вы задайте мне его, я не понимаю. Вы боитесь, что я на него отвечу или что? Понимаете, вы уже десятый раз просите меня задать вам вопрос. Вы проще задайте вопрос Александре. Она вам скажет, в чем дело. Мне сейчас идти к ней и задавать такой был вопрос или что? Конечно, конечно. Зачем? Затем, как вы у нее из другого отдела гарнитуру выхватили, так же и туда-обратно отхватите, задайте свои вопросы ей и ответьте мне на них. Вы меня слышите или нет? Я говорю, у человека заинтересованы в заработке или нет? Так вы можете свои вопросы адресовать Александре. Я вам вопрос задал. Вы человек заинтересованный в заработке или нет? Если нет, то не тратьте, пожалуйста, мое время. Я вам еще раз говорю, все вопросы к Александре. Какие все вопросы? Я не понимаю. Вы прошли регистрацию. А вы что, юноша? Я вам сейчас задаю конкретный вопрос. Вы человек заинтересованный? Спокойно, юноша. Какая истерика? Вы о чем? Я вам просто задаю вопрос, вы не можете сейчас... Юноша пылкий, с огнем горящим. У вас что, припадок, что ли? Ну, а я... Что случилось? У вас, по-моему, припадок. Потому что я не понимаю, почему вы не можете ответить на вопрос. А вот у вас припадок. Мне кажется, то, что вы не абсолютно спокойны. Мне кажется, у меня только несколько вариантов. Знаете, либо вы под чем-то, я прошу прощения. Вы под чем-то, да. Либо у меня нет другого объяснения. Ага, я понял. Еще что скажем? Что вы поняли? Что еще вы скажете? Ну, я вам вопрос задал. Я так понимаю, у вас есть опыт, да, значительный в этом. Ну, что вы тогда хотите, собственно говоря? Алло. Алло. Доброе утро, Валерий. Здравствуйте. Это Александра, я вам вчера звонила по поводу вашей заявочки. Вы готовы сегодня обсудить этот вопрос? Александра, я и вчера был готов. Подождите, вы не ответили мне на вопрос. Я и вчера был готов, Александра. Я не спрашиваю, что было вчера, я спрашиваю, вы сегодня готовы? Александра, я и вчера был готов. Почему вы вчера отказались обсуждать и отвечать на мои вопросы? Ну, мы же с вами не на суде, чтобы отвечать на ваши вопросы, правильно? Ну как, суд он будет обязательно. Вы можете с вами в этом не сомневаться. Вы же понимаете, что у нас должен быть обычный диалог, конечно, правильно? Конечно. Что-то вас заинтересовало, вы мне задали вопрос. Мне нужно знать о вас информацию некоторую. Я задаю вам вопрос. Что здесь такого? Я не могу понять. Вы не, ничего, чем? Просто вы предпочитаете задавать вопросы и не отвечать на мои. Вот это у вас не так. Ну, давайте не будем здесь, да, в заблуждение себя вводить. Я ничего не предпочитаю. Нет, я это себя-то моя работа. Не ввожу в заблуждение. Как я себя-то я могу? Я вам еще раз повторяю, это моя работа. Ага. Так, и... Задавать вам вопрос. А моя работа вы задавать готовы? Вопросы вам. Да, чем вы занимаетесь? Как чем я занимаюсь? На почему вас вы интересует говорите, этот ваша вопрос? Работа задавать мне вопрос. Ну хорошо, это мое занятие, вот, я не так выразился. Вот, видите, давайте конечно. Будем выражаться, хорошо? А кто выражается? У меня есть один единственный вопрос. Ага. Не, ну вы же что помните, что как вчера мы с вами, да? Я на ваши вопросы не отвечаю до тех пор, пока вы не ответите на... Вы где-то работаете? Пока вы не ответите на мои, вы же понимаете, да? Или вы сегодня позвонили поприпираться точно так же, как и вчера, да? Вам по всей видимости понравилось.
Вы нормально себя чувствуете сейчас? Великолепно. Отлично. Продолжим тогда, правильно? Ну, я слушаю вас, да. Вы готовы ответить на мои вопросы? Да, я говорю, что заинтересовало? Ага. Что за... Это я вам задаю вопрос. Да, что да, заинтересовало да. вообще в нашем предложении? Александр, расскажите, пожалуйста, про ваше предложение, чтобы я смог ответить на ваш вопрос, что меня в нем заинтересовало. Вы мне, пожалуйста, скажите, что заинтересовало, когда вы подавали заявку? Вы плохо слышите меня? Александр, а вы плохо понимаете? Нет? Алло. Алло, Валерий, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Сидорова Виктория, приятно с вами познакомиться. Я звоню касательно дополнительного дохода. Вы ранее, вижу, интересовались. Дополнительным доходом? Сейчас, подождите момент, по работе звонят. Одну секунду, отвечу. Ожидаю. Алло. Да. Да-да. Я слушаю. Вы ранее оставили заявку на дополнительный доход, инвестиционный проект. Нет, я инвестициями интересовался, а дополнительным доходом нет. Вы просто зарегистрировались, я вижу, по базе на «Газпром инвестициях». Ну, возможно, да. И что? А вы уже с кем-то общались? Кто-то звонил, да. Мне много звонят. Ага. А что у вас не получилось? Вот почему не начали зарабатывать? Я зарабатываю достаточно. В инвестициях? В инвестициях пока нет. Угу. Ну, вы просто оставили заявку на инвестиционном проекте. Я понял, я же вам говорю, да, я интересовался инвестициями и до сих пор интересуюсь. Ага. Вы сами где-то в интернете читаете или новости смотрите какие-то? И в интернете читаю, и новости смотрю какие-то. Ага, поняла. Как я понимаю, вам хотелось вот бы попробовать себя в этой сфере, верно? Ну, а что там попробовать? Надо брать да инвестировать. Ну вот. Смотрите, а вы вообще вот как планировали инвестировать? Сами или как? Ну, конечно, сам. А что, кто-то за меня это может сделать? Смотрите, есть такие варианты? Не совсем. Вместо вас могут максимум это искать информацию, на которой можно заработать и вам ее преподносить. А вы просто будете уже на этой готовой информации зарабатывать. О, ну что, а что значит вы будете мне преподносить информацию? Смотрите, вместе с нами вы будете работать со... человек, который вам предоставляет информацию, то есть акции разных компаний и так далее. То есть то, на чем вы, соответственно, сможете заработать. Мне человек предоставляет акции разных компаний? Зарабатывает. Да, он вам будет говорить, на каких акциях сейчас выгодно зарабатывать. Ага, так. Вот. Также он на этих акциях, соответственно, и сам будет зарабатывать. Но у него, я думаю, вы сами понимаете за его вот работу есть коммерческий интерес. Это 10%. Ну вот согласитесь, ага. Что это не так уж и много, в принципе. Ну, не знаю, вообще-то это много. Ну, смотрите. Смотрите, я смотрел 10% у брокеров. От вашей чистой прибыли. Брокерская комиссия, она не 10%, а там от сотых долей процента до десятых долей процента. А это смотря какой брокер. Ну, я вам и говорю, на разных вас ищет сотой до десятой доли процента. Ну, смотрите, это вы уже сможете обсудить со своим специалистом и договориться с ним, вот как будет вам удобнее. То есть если мне неудобно платить 10%, я могу платить 0,05%. Так? Вы с ним про это уже пообщаетесь, и с ним уже будете... Ну, переключайте, давайте пообщаюсь. Вот. Хорошо, вы мне для начала вот пару вопросов касаемых инвестиций. Подскажите, сколько вам полных лет? Я совершеннолетний. Ну а конкретно сколько вам лет? Потому что зачем? По голосу, ну, вам лет где-то 25 максимум. Зачем вам эта информация?
Смотрите, чтобы, соответственно, ваш специалист подбирал именно для вас определенную информацию, на которой вы заработаете. То есть специалист под каждого человека все подбирает индивидуально. А количество заработка и информации зависит от возраста? Какая тут связь? Нет. Ваш доход зависит, смотрите, ваш доход зависит не от того, сколько вам лет, вообще не от этого. Я тоже так думаю. Ваш доход будет зависеть от акций и от всего остального. Просто человек, специалист, с которым вы будете общаться, должен примерно понимать, с кем он общается. А какая, зачем ему это понимать? Что, допустим, мне 25 лет, что мне 40 лет? Ему какая разница? Он же хочет давать мне информацию и за это получать деньги. Конечно. Понимаете, конечно. Это все равно, что вас в магазине спросят, а вот сколько вот вы хотите хлеб купить? Они ему говорят, а вот сколько вам лет, скажите, пожалуйста. А вы говорите, а почему вы интересуетесь? Они говорят, ну от этого будет зависеть стоимость хлеба, его свежесть и его качество. Странно выглядит, не кажется вам? Конечно. Ну вот. Хорошо, тогда вот такой вопрос касательно вот, возможно, у вас ранее были штрафы, кредиты, аресты, или ничего такого не было? Ну, я сидел просто в тюрьме, чтобы да, потом все не верно. Было проблем. Ага, а как давно? Ну, а какая разница? Вы еще статью спросите. Ну, смотрите, просто чтобы потом, когда вы будете выводить свои деньги, у вас не было проблем с выводом. Да какие там проблемы с выводом? Ну, возможно, в банке аресты какие-то, микрозаймы. Нет. Ага, поняла вас. А у вас? У меня не было ничего. Ага. Мне всего лишь 28 лет. Ну, ничего страшного, у вас все впереди. Спасибо, мне такое не нужно. Ну, вы знаете, как говорится, от сумы до от тюрьмы, да? Слышали такое? Слышала такое. Ну, вот, примерно. Примерно так. Ага, поняла. Хорошо, смотрите, вы вот инвестиции рассматриваете в плане как подушку безопасности или просто на что-то накопить? Я рассматриваю ее как возможность припарковать имеющиеся у меня в наличии свободные средства. Угу. То есть просто дополнительный доход? Нет, возможность припарковать имеющие у меня в наличии свободные средства. Как инвестиции, в классическом их понимании. Угу. Хорошо, я вас поняла. Тогда смотрите, Валерий, телефон далеко не убирайте, буквально 5-10 минут вас наберет специалист, хорошо? Хорошо. И с вами пообщается. Хорошо. Ожидайте звонка. Хорошо, жду. Алло. Алло, да, Валерий, добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Да, меня Сергей зовут, компанию «Тинькофф Капитал» представляю. Вижу, заинтересовались проектально. Интересовался, да. Интересовались. А что же вас не устроило? Почему к работе так и не приступили? А что предложить мне хочет «Тинькофф Капитал»? И почему «Тинькофф Капитал» решил, что я должен был приступить к работе? И что это за работа? Вы меня на работу приглашаете? Не приступить в компании, а приступить по рабочей нашей стратегии. Вот, допустим, про различные стратегии, такие, допустим, как автоследование. Слышали для себя что-то? Возможно, бигборды в городе видели. Нет, не видел. Расскажите поподробнее, что за стратегия автоследования и какие еще у вас есть стратегии помимо автоследования? Прекрасно. Мы должны первоочередно отталкиваться от ваших задач, да, первоочередно, чтобы вам было интересно, как минимум, меня слушать. Мне интересно, я вас слушаю. Так ответьте, пожалуйста, на поставленные мной вопросы. Так, Валерий, вы меня не перебивайте, пожалуйста. Договорились, я же вас не перебиваю, верно? Вы тогда отвечайте, пожалуйста, на те вопросы, которые я вам задаю.
Но вы попросили меня ознакомиться. Я же отвечаю на ваши вопросы. Конечно. Ну вот и вы отвечаете. Да. Так а у вас опыт вообще в данной ситуации? Вам вопрос повторить? Или вспомните? Какие у вас вообще есть стратегии, помимо автоследования? И расскажите поподробнее про стратегии автоследования. Ну и еще какие у вас есть, и про них тоже расскажите, пожалуйста. Валерий, давайте вот по одному вопросу в таком случае задавать будете, потому что я не знаю, как на три одновременно ответить. Вам на по какой очереди. Надо сказать, какие у нас сейчас есть стратегии, правильно я понимаю? Все верно. Отлично, хорошо. Есть стратегия работы по паевым инвестиционным фондам. Слышали что-то про это паевые стратегия, да? Фонды? И автоследование стратегия, это тоже стратегия. Формат работы, абсолютно верно. Ага. А стратегии у вас какие есть? У нас есть эксперты, которые работают по своим индивидуальным стратегиям. Ага, то есть про стратегии вы ничего не знаете и сказать не можете. Я правильно вас понял? Нет, почему? Я же вам говорю, расскажите тогда, пожалуйста. Работает, каждый эксперт работает по своей стратегии. Правильно? Ну, так расскажите, какие у ваших экспертов есть стратегии? Да, не понял еще. Расскажите мне... Кто зарабатывает, допустим, на фьючерсах, да, кто-то на котировках. Это стратегия такая, да? Кто-то на IPO. Стратегия фьючерсы, стратегия котировки. Нет, а вы вот мне скажите, какой смысл, да, делиться сейчас с вами всей информацией, если вы не являетесь заинтересованным лицом? Уже непосредственно, когда к работе приступите, вас ведут в курс дела, где и на чем вы сможете заработать. Вы знаете, я не приступлю к работе, не понимая того, что мне предлагают. А вы вот по какой-то неведомой мне причине не можете ответить на вопросы по сути вашего предложения. Нет, есть различные. Я просто не понимаю. Вы у меня вот спрашиваете, да, какие стратегии, правильно? Ага. Я вам объясняю. Вы объясняете, что у вас есть стратегии фьючерсы, да? Нет, это фьючерсы, вы понимаете, что такое фьючерс? Да, я имею говорю, представление, что такое фьючерс. Есть стратегия дохода, есть стратегия дохода с использованием различных финансовых инструментов именно на фьючерсах, допустим. Вот человек, да, который с опытом работает, как раз таки в индивидуальном формате подбирал себе эту стратегию, да, основываясь на математический, либо же фундаментальный анализ. После этого он совершает сделки, и уже каждый аналитик будет вам объяснять, да, то есть, почему та или иная сделка была совершена. А я что такое фундаментальный анализ? Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Что такое фундаментальный анализ? Вы да, вот своими словами так, простенько. Как вы это понимаете? Вы не знаете, да, я так понимаю. Ну, я у вас спрашиваю. Вы постоянно отвечаете вопросом на вопрос, да? Это дает вам время что, погуглить или что? Нет, фундаментальный анализ. Первоочередно это прогноз рынка, правильно? То есть мы оцениваем стоимость компании, последнюю капитализацию, доходность и, в принципе, смотрим... Последнюю капитализацию, да? А что значит последняя капитализация? Ну, которая сейчас на данный момент актуальна. Текущую тогда уж. Возможно, текущую. Ага. Как вам удобно. Что еще вас интересует? Так, что вы оцениваете капитализацию, и что, какие вы из капитализации делаете выводы? Ну, изучается полностью компания, да, бухгалтерские отчеты изучаются, отчеты по РПБУ изучаются. Только, а это знаете, как называется отчет не по РСБУ, а РСБУ? А еще какие вы знаете отчеты есть? Валерий, я не пойму, что на допросе или что? Я ну, просто хочу понять уровень вашей компетентности в данном вопросе, чтобы, ну, так сказать, мне было понятно, как с вами разговаривать, простыми словами или... Валерий, первоочередно я должен понять уровень вашей компетентности, да, чтобы продолжать диалог.
Вы пока уровень своей компетентности не можете подтвердить. Том, что такое? Вы можете сказать, что такое РСБУ? Что, издеваетесь надо мной? Нет, Валерий. Вы гуглите, да? Вот видите, как вы отвечаете вопросом на вопрос. Вам надо погуглить. Вы погуглили уже? Вам отвечать. Вы погуглили? Человек, который заинтересован, он так что такое РСБУ? Понятно? Погуглите, ответьте. Человек, который заинтересован, который оставлял заявку, да, с целью как минимум ознакомиться с информацией. Я вот хочу ознакомиться, но у меня возникает сомнение, просто, что вы как для меня, как абсолютно для меня, некомпетентный человек. Нет, так что такое РСБУ, скажите мне? Вы просто что такое, как будто в церкви что играете, знаете. РСБУ, скажите мне, пожалуйста. Что вы заладили, я вам еще раз говорю, Валерий. Что такое РСБУ? Вы не знаете. Ну, понимаете, да, ну, о каком знаю, тогда, собственно говоря, о каких, Валерий, о каком я тогда... Это я не нахожусь на отчете, да, на каком-то. Нет, вы именно, что вы находитесь на отчете, и именно вы должны подтвердить компетентность свою, понимаете, это первым делом. Валерий, я не понимаю, если вы понимаете с моей компетентностью, зачем вы продолжаете со мной вести диалог, вы мне подскажете? Нет, я же должен понять вашу компетентность, или как вы считаете? Вы когда оставляли заявку? Вы оставляли заявку с целью... Ну, там, вы знаете, там не было указано, что вам позвонит сотрудник, который будет говорить слова и термины, значение которых он не понимает. Видите, если бы там было так написано, я бы тогда, конечно... Мы с вами 8 минут общаемся, я чувствую себя как на допросе, понимаете? А вы на допросе. Ну, нет, я не на допросе. На допросе, на допросе. Знаете, как я могу доказать то, что я не на допросе? Никак вы не можете доказать. Вот так могу. Алло? Алло. Алло, да, Валерий, день добрый. Здравствуйте. Да, Валерий, я очень рад с вами познакомиться. Меня зовут Юрий. Я вас набираю по поводу вашего обращения на инвестиционный проект. Заинтересовались пассивным доходом, все верно? Расскажите вам поподробнее, что за инвестиционный проект? Да, конечно, без проблем. Смотрите, вы не помните, да, где вы свое обращение подавали? Ну, я мало ли где обращение подаю. Ага, много. Я вас услышал. Хорошо, Валерий, смотрите, вы конкретно данное обращение, по которому я с вами связываюсь, подавали на акционерное общество Тинькофф Инвестиции. Вот, соответственно, я являюсь начальником финансового департамента, меня зовут Юрий. Я вам хотел бы немножко более детально, я так понимаю, внести детали, правильно вам нужно? Да, конечно, конечно. Хорошо. Валерий, а подскажите мне, вообще ранее имели опыт в данной сфере? У меня есть брокерский счет. Открывали под себя брокерский счет. Хорошо. То есть, я так понимаю, работали сами, без какого-то либо сопровождения. Ну, что значит работал сам? А кто-то может другой за меня работать? Нет, я конечно, не работал, я инвестировал. Никто не может работать. Ну, конечно. Так что, видите, ну, вопрос, по-моему, не совсем корректно вы поставили, да, мне кажется? Да, смотрите, дело в том, что я как раз-таки уточняю этот вопрос, я его немножко конкретизирую, вы, наверное, меня плохо услышали. Я вам задал вопрос, вы работали сами, либо же с кем-то? То есть люди, которые, грубо говоря, открывают под себя брокерский счет и работают не сами. К примеру, возьмем сопровождение какого-то опытного эксперта в данной сфере. Вот, соответственно, в нашей с вами ситуации, той, по которой вы с вами обратились, вот, вы будете работать совместно с экспертом. Вот, то есть вас такой формат работы устраивает? А что за эксперт? Да, конечно, смотрите, я вам сейчас все объясню. Как раз-таки это человек, который, грубо говоря, уже в данной сфере работает более 10 лет, имеет также статус квалового инвестора, вот, и, соответственно, он будет совместно с вами работать и на своем примере объяснять, какие сделки вам лучше открывать для того, чтобы на них заработать. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. А что такое квалловый инвестор? Квалифицированный инвестор. Статус квалифицированного инвестора. И что он дает? Кваловый инвестор? Да, кваловый инвестор. Что дает этот статус? Смотрите, вообще, то есть это статус, который позволяет торговать ценными бумагами, владеть финансовыми инструментами, которые недоступны для всех инвесторов. Вот, то есть для всех желающих из-за повышенного уровня риска.
Ну, например, какие инструменты, да, ведь какие бумаги недоступны для обычного инвестора и какие доступны для квалового? Смотрите, как правило, это чаще всего может быть также облигации федерального займа, которые не распространены так сильно на рынке. Вот, то есть это доступ, то есть более тем инструментам, которые на данный момент являются рискованными. Нет, АФЗ не рискованно, это наоборот самый надежный инструмент, и к нему любой инвестор имеет доступ. Что? АФЗ это совершенно не рискованный инструмент, и к нему любой инвестор имеет доступ. Да, конечно, любой инвестор имеет доступ, но вы же понимаете, что АФЗ бывают разные. Да нет, они у них просто разный срок погашения, и все, а так? Так это одно и то же. Либо же частичный купонный доход. Так. Этот доход известен заранее, да? Там нет никаких нюансов. В чем риски? Смотрите, доход будет выплачен всегда. Купонный доход будет выплачен всегда. И облигация будет погашена всегда. А он четко обозначен. Вы знаете, да, как начисляется купонный доход? Он обозначен абсолютно четко. Это известно еще до покупки бумаг, до покупки самих облигаций, да, и уже известно, какой купонный доход будет выплачивать государство. Согласен с вами. Согласен с вами. Просто он рассчитывается, бывает по-разному, поскольку сумма очередного купона, она делится на разное количество дней в купонном периоде. А количество дней может быть разным. Ну, а хорошо, это, если одна тысячная процента там есть, а вы это считаете рисками, да? Ну, как вы знаете, для каждого инвестора... Потери одна тысячная процента – это риски, вы считаете, большие. Ну, хорошо, я так не считаю, но тут у нас с вами, видите, разное мнение. Хорошо. Так, смотрите, по поводу этого мы с вами разобрались. Ну, отлично. Просто вы не ответили, вы сказали, что кваловый инвестор, он имеет доступ к каким-то инструментам. То есть мы с вами выяснили, что АФЗ вы обозначили ошибочно, так каким инструментам имеет доступ кваловый инвестор? Да, алло. Да-да. Да. Я слушаю. На чем мы остановились? Да. А где предыдущий оратор? Я его старший руководитель. Старший руководитель, а вас не учили, что, во-первых, нехорошо выхватывать трубку, да, а во-вторых... Алло? Алло, да, Валерий. Да-да. Связь прервалась, либо вы сбросили? Нет, это у вас связь плохая прервалась. Так вот, скажите мне, пожалуйста, старший руководитель, вас не учили, что, ну, во-первых, нехорошо в середине разговора выхватывать трубку, а во-вторых, неплохо было бы представиться, кто вы, знаете, а то так получается, что это выхватить трубку и думаете, что я не замечу? Да нет, Валерий, я на это не рассчитывал. Да, получилось, согласитесь? Я с вами согласен, да. Ага. Давай, Валерий. Хорошо, давайте представлюсь. Меня зовут Малевич Дмитрий Сергеевич. Приятно с вами познакомиться. Да, вас я зовут слушаю. Валерий, я полагаю. Да. Так, что ж, к чему вы не смогли прийти с моим менеджером? Ну, мы пока ни к чему с ним не смогли прийти. Он хотел мне рассказать, чем отличается статус квалифицированного инвестора от просто инвестора. Что дает статус квалифицированного инвестора? Какие преимущества он дает? А он предлагал вам статус квалифицированного инвестора? Нет. Да, тогда в чем вопрос? Вопрос в том, что дает статус квалифицированного инвестора по сравнению с обычным инвестором. Собственно, ничего. Вы что имеете в виду? Квалифицированный инвестор – это кто? Человек, который получил квалификацию на этом? Что значит получил квалификацию? Ну, в вашем понимании как это происходит?
А вы хотите у меня почему узнать? Почему вообще этот вопрос? Нет, ну вы же для чего-то этим интересуетесь, значит, у вас уже есть какое-то примерное понимание. Угу. Да. Вы, погодите, стоп. А для чего вам это? Потому что мне ваш сотрудник сказал, что эксперт имеет статус квалового инвестора, как он выразился. Я у него спросил, что этот статус дает, и он, к сожалению, поплыл, очень ошибся, да. Ну, я думаю, может быть, вы окажетесь в курсе, но я так понимаю, что у вас тоже сложности. Да нет, у меня с этим сложностей никаких нет. Ну, вы сказали, что этот статус, так... он не дает ничего, да, и статус, надо получить квалификацию, и тогда ты будешь кваловым инвестором. Смотрите, слово говорит само за себя, что это человек, который профессионал в этом направлении и занимается торгами на рынке, на бумаг. Ну, и так тут, что дает этот статус? Что он имеет право инвестировать в более рисковые активы. А, например, какие более рисковые активы? Какие есть менее рисковые активы? Какие более есть рисковые активы? Вот можете мне пояснить? Ну, например, инвестирование в индексы, это является более, скажем так, менее рисковым активом, если мы к этому. Более рисковые – это которые активы, которые имеют большую волатильность. Вот ваш сотрудник сказал, что АФЗ – это рискованный инструмент, и поэтому только квалифицированный инвестор может приобретать эти обязательства. Я вас понял. Хорошо. Угу. А с какой целью вы вообще к нам обратились? А вы тоже так считаете, да? Что? Не, мне просто интересно, с какой целью вы к нам обратились? Я так понимаю, знаете, по голосу просто... Вы человек, который просто захотели для чего-то поинтересоваться. И я более чем уверен, что... Я хотел узнать, что вы предлагаете. А, так... А мой сотрудник вам не сказал? Попытался начать, но вот видите, как я же вам обозначил, он прям на первом же вопросе не смог на него ответить, и плюс еще ответил неправильно. Частично ответил, но неправильно. А в дальнейшем попытался уйти от ответа, как вы сейчас делаете, за эти встречные вопросы вместо ответа на вопрос. Так нет, я просто, думаю, понимаете, не вижу смысла идти с вами в этом направлении. Такова, как и вашего коллеги. Вы можете считать как угодно. Конечно, конечно. Тут никто никому ничего не навязывает. Само собой, Валерий. А вас точно Валерий зовут? Абсолютно. Блин, знаете, у меня просто такое ощущение внутреннее, будто вас Владимир там зовут. Владимир? Вадим. А почему не Владимир, знаю, или Вадим? Из этого. Ну не знаю, ну почему по-моему, у вас, знаете, родилось такое ощущение? Не знаю, это просто, может, знаете, на уровне потому подсознания. Потому что вы не своим именем называетесь. Как считаете, может такое? Почему вы так думаете? Почему вы так думаете? Ну, именно поэтому у вас родилось такое ощущение. Я ведь прав? Нет, вы не правы. Не прав? К сожалению. Вот. Хорошо, Валерий, смотрите. Слушайте, даже так правильнее будет. Да. Вы обратились с какой целью? С целью узнать, что вы предлагаете. Я вам уже отвечал на этот вопрос. Вы куда-то выходили, когда я отвечал? Да, отходил. Угу. Вам хорошо, это было понятно понял. На этот раз? Потом вы нет, не скажете, смотрите, что вы отходили? Я вам объясняю. Хорошо, смотрите, мой сотрудник вам предлагал сотрудничество на взаимовыгодных условиях. Он условия пока не обозначил, мы только начали с вашего эксперта, на чем ваш сотрудник и потерялся, да? Вы выхватили у него трубочку и тоже потерялись. Можете рассказать про взаимовыгодные условия? Угу. А, хорошо, Валерий, а какой смысл мне в этом рассказывать, если вы сами все прекрасно знаете? Откуда я могу знать ваши условия? Вот. Это же ваши условия, не мои. Не, ну, понимаете, тут же дело не в условиях. Мы сейчас с вами просто потратим полчаса времени для того, чтобы
я попытался вынудить у вас хотя бы 1% доверия. Ну, конечно, так ваша задача именно в этом и заключается. Получить 1% доверия. Угу. А сейчас его не имеется, да? Абсолютно нет. То есть вот исходя из диалога с вашим коллегой и с вами, у меня возникает подозрение, что вы пытаетесь говорить на темы, да, и предлагать какие-то варианты, о которых вы имеете очень отдаленное представление. Вот у меня такое сложилось впечатление. Хорошо, Валерий, я вас понял. Поэтому предлагаю просто закончить наш диалог. Потому что он ни к чему не приведет. Вот мне почему-то так кажется. Вы же понимаете, что я вас не задерживаю. Если вы хотите, вы можете сделать свое предложение. Нет, нет, да, я же вам ничего не говорил. Вы, конечно, можете повесить трубку. Тут как бы нас, так скажем, друг другу нас ничего не обязывает. Никто никому ничего не должен. Я с вами абсолютно согласен. Ну, если вы занимаетесь продажами по телефону, ну, вы должны понимать, да, ваша задача, она очень проста. Это презентовать свою компанию и свои услуги, расположить меня как потенциального клиента к себе и своей компании и, возможно, попытаться продать мне ваши услуги. Нет, я даже пытаться не буду, потому что в этом нет никакого смысла. Я его не вижу. Ну, а зачем позвонить тогда? Так вы же обратились. Ну да, а вы даже не можете рассказать. Так о чем мне вам рассказывать? Ну, о ваших условиях. Если, понимаете, Валерий, если бы они действительно вас интересовали, я бы вам рассказал. Они меня действительно вот у меня почему-то интересуют. Складывается впечатление. Мне почему-то кажется... Если бы мне было неинтересно, я бы к вам не обратился, ведь так? Ну, я не знаю, я же не Валерий. Я не знаю, что у вас в голове. Ну, так и есть. Знаете, зачем человек обращается куда-то? Чтобы что-то узнать, получить какие-то услуги. Ну, могут быть разные варианты, но как минимум он хочет получить информацию. Правильно? Безусловно. Ну, вот видите. А почему вы тогда не ознакомились при регистрации, скажем так, с этой информацией? А там не с чем было ознакомиться. Ага, я вас понял. То есть вы даже в свой кабинет не заходили? Там не было никакого кабинета. Я вас понял. Ну, Валерий, в любом случае... А что за кабинет? Банка Тинькофф? Нет. У меня есть личный кабинет банка Тинькофф. И что я там должен был увидеть, оставив свои контакты у вас? Там ничего не изменилось, я заходил в него, но это изменений там никаких не произошло. Ну, хорошо, Валерий. Считайте, что я вам сегодня 1% доверия не продал. Желаю всего хорошего. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Валерий, это меня зовут Алина Соколовская. Я звоню по поводу регистрации на дополнительный доход. Вы оставляли свою заявку. Да, Алина, где? Я оставлял заявку, напомните, пожалуйста. Интересы какой компании вы представляете? На государственный проект «Газпрома». Государственный проект «Газпрома»? Вы да. А компания-то ваша как называется? Мы проект от компании «Газпром». Я понимаю, что вы проект компании «Газпром». А компания ваша как называется? Мы не компания, мы проект вы от компании частные «Газпром». Частные лица, так скажем, некоторые частные лица, компании. Которые представляют... Государственная компания. Ага. Представители государственной компании. Частные лица, да, представители государственной компании. Так? Но в данном моменте, да, я Алина Соколовская, частное лицо. Но я часть проекта, который курирует наше государство. Ага, а государство курирует проекты, которые представляют частные люди, да? Ну, все проекты представляют частные люди. Нет, разве проекты нет? Представляют компании, конечно. Частные люди просто работают но в этой компании. Но я представитель компании, а я представитель компании. Правильно, какой компании вы представитель? «Газпром». Вы я работаете... работаю в проекте, который работает в компании «Газпром». Нет, проект не может работать в компании. Проект, это, так скажем... Валерий, может, смотрите. Сейчас мы, я вам звоню для того, чтобы прорекламировать вам заработок на инвестициях. Что-то слышали про инвестиции? Да, так вы работаете в ПАО «Газпром», да?
Мы работаем в проекте, который работает совместно с «Газпромом». Нет, проект не может работать совместно с кем-то. Проект это, ну, так скажем, это немножко другое определение. Валерий, откуда вы знаете? С «Газпромом» могут работать компании, а не частные лица, неизвестные, да? Ну, которые понимаю, нигде что, не работают, а в каком-то мифическом проекте. Так не бывает. Валерий, я смотрю, у вас был какой-то опыт, вы так сильно осведомлены про инвестиции, про то, как работать в компании. У меня вы есть брокерский счет, все верно, да. Брокерский счет у вас есть, ух ты, да. А вас это удивляет? А мне интересно с вами пообщаться по этому поводу. Ага. На чем торгуете, сколько зарабатываете? Так вы забыли так ответить на мой вопрос. Где вы работаете? Скажите, я же ответила на ваш вопрос. Нет, вы не ответили. Государственный проект, который помогает нашим гражданам сейчас зарабатывать в это тяжелое время. А у вас тяжелое время, да? Компании российские. В нашей стране разве простое время? Нормальное. А что в вашей стране такого? Чем сейчас тяжело в вашей стране? А мы с вами живем в разных странах? А я не знаю. Вы вот, например, компанию его назвать не можете. Я вам говорю, что это проект. Это не компания. Мы сотрудничаем совместно с компанией «Газпром». Понимаете, не бывает проектов без компании. Проект может быть в компании. Хорошо, вы хотите узнать, на кого я сейчас работаю, на какую еще компанию работаю? А вы на кучу компаний работаете? Вы работаете сразу в 10 разных компаниях, да? Смотрите, давайте не будем перебивать друг друга. Ага. Смотрите, я работаю совместно с «Газпромом», сейчас на государственном проекте. Ага. Обучалась я и работала в компании Financial Skills. Слышали про такую компанию? Нет, нет. То есть вы сейчас работаете в ПАО «Газпром», да? Наша компания сотрудничает с компанией «Газпром». Так какая ваша компания? Вот как раз мы начинаем подходить ближе. Financial Skills. Ага, а что это за компания? Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Компания, которая занимается инвестициями. То есть к нам приходят люди, которые хотят начать зарабатывать на инвестициях компаний российские, международные, в криптовалюты, в сырье, в золото, в нефть, во все что угодно. Ага. К нам обращаются. И вместе с нами они инвестируют. У нас есть огромная команда аналитиков, финансистов, которые им помогают в этом. Ага, так. Я ответила на ваш вопрос, Валерий? Ну, почти, да. А расскажите, пожалуйста, поподробнее. Хорошо, теперь расскажите, пожалуйста, что это за компания, где она зарегистрирована? Что это за компания Financial Skills? По-моему, я ответила на ваш вопрос. Компания, которая занимается инвестициями, то есть компания, к которой приходят люди, чтобы начать инвестировать. Вы брокерская компания? Нет, мы не брокерская компания. Ага, а какая? Компания, в которую приходят люди для того, чтобы инвестировать. Мы компания, которая занимается больше аналитиком. Аналитические. Аналитические услуги оказываете. Ага. А это российская компания? Да, это российская компания, Валерий. Ага. А назовите, пожалуйста, ЭНН вашей компании. Прошу, такую информацию не имею права оглашать по телефону. Это секретная информация, да? Это конфиденциальная информация, достаточно конфиденциальная. Смотрите, ага. Когда мы с вами пообщаемся, возможно, вы узнаете об этом от нашего аналитика. Я не могу так знать всего и рассказывать вам всего. Так Financial Skills или Financial Аналитика? Мне кажется, вы как-то путаетесь немножко в показаниях. По-моему, смотрите, Валерий, по-моему, запутались вы. Вот нет, честно, почему? Потому что я сейчас сказала. Я наоборот четко иду к своей цели, хочу получить информацию о вашей компании. Цель? Получить информацию вот о той компании, говорю. Которая мне предлагает. Да, я вам говорю. Так. Да, сейчас, пожалуйста, ответьте на мой вопрос. ИНН, пожалуйста, назовите какой? Вашей компании. Валерий, я вас спрашивала кое о чем. Напомните, пожалуйста. А я у вас ни о чем не спрашивал, да? Ну, я вы как-то пропустили на мои вопросы, вы игнорируете. Но пытаетесь нет, смотрите, я на ваш на вопрос свои. Отвечаю, Валерий. На ваш вопрос отвечаю. Я вам уже сказала, что моя компания, тогда. Чем занимается ну, давите, наша компания. Ну, давайте, ИНН вашей так компании. Я вам говорю, что не могу эту информацию оглашать по телефону. А что, это секретная информация, да? Это информация, которая не может быть оглашена по телефону. Подскажите, пожалуйста, как... А где она может быть оглашена?
Валерий, вы меня не слышите, выходи, чтобы только я услышала вас. Давайте все-таки пообщаемся и будем слышать друг друга, нет, хорошо? Нет, вы не отвечаете на мой вопрос, а я хочу, ну, чтобы смотрите, на него ответили. Я отвечаю на ваши вопросы, а вы меня игнорируете уже который нет, раз. Нет, вы не ответили на мой вопрос. Да, Валерий, вы меня игнорируете мои вопросы, вы не на нет, мой вопрос, не ответили. Нет, это вы мои вопросы. Ну, не нервничайте, вы начинаете нервничать, повышать голос, стараться, так не нервничайте. Мы нет, сейчас все равно не с вами разберемся. Мы сейчас разберемся. Просто вы хотите, чтобы только я отвечала на ваши вопросы, но мне же тоже конечно, вы же мне звоните. Я не могу быть только ответчиком. Ну, вы же мне звоните, ну, да? Я хочу понять, с кем я... А давайте пообщаемся в двухстороннем порядке. С кем я разговариваю? Что мне предлагают? Ну, так я вам и сказала, с кем вы разговариваете. Я вам позвонила, очередь. Я представилась. Да. Я сказала, Алина Соколовская. Так. Сначала вы были так. частным лицом, а потом вы были работником «Газпром», потом вы стали работником «Financial Skills», потом вы стали работником «Financial Invest». Алло? Алло, Валерий, здравствуйте! Здравствуйте. Как дела ваши, Валерий? Как настроение-то? А вы кто? Это Артем, я ведущий специалист компании «Тикскаунт». А в данной компании вы регистрацию проходили. Какой по компании? Тикскаунт? Тикскаунт. Да. Как, помните, как регистрацию раз... проходили? Как компания ваша называется? Ну, вы правильно сказали, вы правильно сказали. Тикскаунт? Тикскаунт. Не дискаунт, а тикскаунт. Помните? Что вы... не дискаунт, а дискаунт? Я ничего не понимаю, что говорите. Говорите, пожалуйста, ну, внятно. Ну, вы говорите компания дискаунт, я вам отвечаю. Компания тикскаунт. Дискаунт, да? То есть вы какой дискаунт, как, как да, фикс-прайс, да? Да? Какой фикс-прайс? Нет. Мы являемся брокерской услугой, которая предоставляет нашим клиентам... Являетесь брокерской услугой? Компании, которые предоставляют услуги для наших, для наших клиентов. Господи. Вы это помните, что регистрацию оставляли? Нет, я не оставлял ни или на таком дискаунте. Ну, это... Ну, потому что это было уже месяц назад. Вот, регистрацию-то вы... Я и месяц назад не оставлял ничего на дискаунте. Валерий, тогда, ну, простой вопрос. Тогда как я вам звоню и знаю ваше имя? Еще раз, как называется ваша компания? Вы не можете назвать даже вашу компанию, название. Я вам здесь сразу сказал, Тикскаунт. Вы даже правильно уже начали произносить. Тикскаунт. Тикскаунт? Вы забыли? Да. Вспомнили? Что? Нет, такой компании я не знаю. Что это за компания? Расскажите поподробнее. Валерий, мы являемся брокерской компанией. Одной из пяти самых крупнейших компаний в СНГ, в принципе, которая предоставляет нашим клиентам такие услуги, как торговля на финансовом рынке. Где ваша компания зарегистрирована? В Санкт-Петербурге. То есть в вы России. Это можете увидеть даже на нашем официальном сайте. Ну, конечно. То есть в России. Ага. Соответственно, если вы брокерская компания... Валерий. У вас есть лицензия Центробанка, я правильно понимаю? Вы сказали контрабанды? Я сказал лицензия Центробанка. Вы контрабандой занимаетесь? Не, я просто послышал. Нет. Конечно же, у нас есть лицензия, естественно. И также регулятор, который нас за нами наблюдает, регулирует нас каждый год. Вот, каждый год вас регулирует? Ага. Ну, естественно. Ясно. Или, ну, а как вы думали? Назовите, пожалуйста, Валерий, номер вашей лицензии Центробанка. Горячей линии? Нет, лицензии Центробанка. Горячей линии, я вам... Понял, я вам могу лицензию на почту скинуть. Да нет, я ее на слух неплохо воспринимаю. Мне будет достаточно ее, если вы продиктуете. Этого мне вполне хватит. Вы ее запишете? Да, конечно. Что? Смотрите, Валерий, я вам обязательно продиктую. Смотрите, да, в общем, цель моего звонка. Смотрю. Какова? Угу. Цель моего звонка, в принципе, это помочь вам разобраться в данной платформе, ага. рассказать, как вы сможете здесь заработать деньги, и также покажу, как вы их будете выводить. Да, вот все это замечательно, это очень хорошо. Только сначала мне надо разобраться, кто вы и откуда.
Ну, с этим уже разобрались. Да, вот сейчас вы уже, мы уже в процессе. Мы знаем ваше название, Тикскаун, да, и знаем, что вы находитесь в Санкт-Петербурге. А сейчас мы посмотрим вашу лицензию. Диктуйте, пожалуйста, номер, я записываю. Номер лицензии? Да, да, конечно. А почему вы все переспрашиваете? Вы плохо понимаете, да? Нет, я прекрасно вас понимаю. Ага. Иногда просто проблемы со связью бывают. Ага. Ну, чтобы убедиться. Ну, это хорошо, что не с пониманием проблемы. Тогда диктуйте, пожалуйста, номер лицензии. Давайте как сделаем. Намного удобнее, вот, чтобы я не только продиктовал номер лицензии, да, чтобы вы все, так сказать, сомнения ваши устранили. У меня пока нет никаких сомнений. Вы сейчас вы продиктуете номер лицензии, и мы посмотрим. Тогда уже будем думать, есть ли у меня сомнения или нет. И для этого вам нужно просто номер лицензии или что? Конечно, конечно. А вы не понимаете, да, и уже с третьего или четвертого раза не поняли, что мне нужен номер лицензии? Я понимаю. А, понимаете, ага. Вот. Ну, как-то плохонько, да, понимаете, судя по всему, плохонько, просто... да? Ну, ясно, ясно. Ну, ничего, почему? Бывает, бывает. Почему? Что почему? Почему бывает? Плохо. Но нет, это вам виднее, почему у вас бывает, что вы не понимаете даже с третьего, четвертого раза. Не знаю, почему. Я говорю, я понимаю. Ага, тогда диктуйте. Это вы. Смотрите. Вы, наверное, не услышали, я смотрю. Вот. Вам на почту? На почту? У вас почта-то есть, в принципе? Я на слух неплохо воспринимаю, как я вам уже говорил. Я готов записать. Валерий, я вас спрашиваю, у вас почта есть? Вот вы при регистрации указали mail.ru. Это замечательно, но я же вам говорю, что я на слух очень хорошо воспринимаю, я готов записать. На слух это хорошо. А то, что вы увидите... А я запишу и тут же увижу прям. Что вы видите? Тот номер, который вы продиктуете. Ну, конечно, потому что конечно, вы это пишете. Конечно, целом, потому что вы его продиктуете. Вам... Конечно. Ну, это логично. Да, а в целом, диктуйте, пожалуйста, дает? Номер лицензии. Я понял, я услышал. Ага. Я вам его продиктую. Пожалуйста, скажите, что он вам даст? Он мне даст понимание того, есть ли у вас эта лицензия. Каким образом? То есть, хорошо, я вам могу продиктовать. Образом вы ее наличия. Образом ее наличия. Представляете, номер брокерской лицензии мне даст понимание того, есть ли она у вас в наличии, образом ее наличия у вас. Здорово, хорошо, да? Без проблем. Я вам хочу диктуйте. Ее на почту. Диктуйте, на почту. Раз проблем нет, хочу. Тогда диктуйте, я записываю. Говорю, на почту вам хочу ее скинуть. Ага. Есть лицензия? Это замечательно, это замечательно. Я на слух очень хорошо воспринимаю. Диктуйте, пожалуйста. В чем проблема, Валерий? В чем проблема? А нет никаких я проблем. Я отправил ее на почту. В чем у вас проблема, я не знаю. Говорю, у вас какие-то я же вам не говорю, назвать в Телеграм, в WhatsApp, номер вашей брокерской лицензии. В чем у вас проблема, я вы не пойму. Вы можете увидеть, но это у вас явно какие-то проблемы. То есть, в чем они, ну, пока для меня загадка. Наоборот. Угу. Что наоборот? Просто я хочу как лучше, чтобы вы ее увидели. Конечно, я запишу и ее увижу. Нет, саму лицензию вы не увидите, потому что это просто числа. Возможно, вы где-то ее хотите найти. Мне ее не надо видеть, я просто вобью ее на сайте Центробанка и посмотрю, есть ли она или нет. Зачем мне ее видеть? Вы хотите меня поразить красотой бумаги? Да? Она у вас такая красивая? Ну, конечно. Конечно. Ну, тогда диктуйте, диктуйте номерочек. Номер меня поразит значительно больше, чем красота самой бумаги. Если вы, конечно, сможете его продиктовать, но вы знаете, у меня
складывается такое впечатление, что вы не сможете. Почему-то мне так кажется. Как вы думаете, почему-то? Вы справитесь с этой непосильной для вас задачей? Почему она для меня не осильная? Ну, потому что вы уже 5 минут говорите ни о чем, но не можете, пока не совладали назвать номер лицензии. Поэтому пока эта задача вам не посильна. Хорошо. Вам ИНН или ОГРН продиктовать? Мне номер лицензии для начала. Ну, я вас спрашиваю. Что вы у меня спрашиваете? Хорошо, записывайте. 10-27. Записываю 10-27. 80-48. 80-48. 93-060. Записали? Я записал, только это не номер брокерской лицензии. Ну. Ну. Это вы мне говорите? Это я вам говорю, конечно. Хорошо. А что в этом хорошего? Пишите. То есть задача продолжает быть... Задача продолжает быть... 42-13. Невыполнимой, да? 42-13. Не-не-не, это тоже не номер брокерской лицензии. А что это? Я не знаю, что. Вы, по-моему, какие-то набор цифр просто диктуете. Почему это? Ну как, почему? Потому что. А, потому что? Ага. Серьезно? Конечно. Так вы готовы продиктовать мне номер брокерской лицензии? А по-вашему я не готов, или что? Вы записали, правильно? Нет, это вы продиктовали мне АГРН ликвидируемой организации, страховой брокер, система страхования. Ну? Что, ну? По-вашему, это номер брокерской лицензии, да? По-вашему, нет? Да вы просто финансовый гений. Спасибо. На здоровье. Так а что не так-то? Вот смотрите, лицензия у нас есть. Это АГРН. Я номер проект зовут. У вас нет лицензии, так вы не назвали его. Я вас спрашиваю. Вы назвали я вас мне... спрашиваю. Что вам назвать? Вы не назвали... ОГРН. Номер. Мне продиктовали... Я вам продиктовал. Нет, номер брокерской лицензии. Да. Да. Так я вам говорю, да, вы мне говорите нет. Я вам говорю, диктуйте номер брокерской лицензии. Я мне продиктовал. Нет, вы мне продиктовали АГРН ликвидированной организации. Ну так я вас спрашиваю. Я вас спрашиваю, что он конкретно продиктовать? Мне продиктовать номер брокерской лицензии. Так я бы ее продиктовал же. Нет, вы мне продиктовали АГРН ликвидированной организации. Вашу организацию ликвидировали, да? Нет. Ну тогда продиктуйте мне номер вашей брокерской лицензии. А не АГРН, а компании системы страхования. При том, что 0, она ликвидирована. Что-что? 0,45. 0,45. Угу. 140-51. 140-51. 3-0-100. Да, 140-51, 3-0-100. 3-0-100. Так, ну вот это да, это похоже на номер. Сейчас мы посмотрим. Ну так если бы вы сразу так меня попросили... Конечно, да? Ну, понимаете, если вы не понимаете с 10-го раза, ну как же вас еще попросить, чтобы вы поняли? Как же вас попросить? Вот так вот меня и попросить. Ну, конечно, вот понимаете, если у вас немножко сложности с головкой, да, ну что поделаешь? Ага, сейчас вы мне продиктовали лицензию Тинькофф Банка. Да? Вы Тинькофф Банк, да? Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг. Ага. Что это? Она выдана акционерному обществу Тинькофф Банк. Да, да, да. Ну. Да, вы Тинькофф Банк. Причем здесь это?
Да, и самое главное, такая прелесть, вы продиктовали мне номер, вы никем не являетесь, вы не продиктовали, во-первых, номер лицензии не на брокерскую деятельность, а на депозитарную. Как давно вы переместились с компании «Дискаунт»? Сначала вы переместились, стали... Да-да-да, стали страховым брокером системы страхования, которая ликвидирована, да? А сейчас вы уже стали Тинькофф банком. Когда я сказал, что мы стали Тинькофф банком? Вы мне продиктовали номер лицензии на депозитарную деятельность Тинькофф банка, понимаете? Я вам позвонил. Чтобы помочь разобраться, как работает данная платформа, чтобы вы сами хоть что-то понимаете в том, что вы говорите. Вы мне попросили номер лицензии. Я вам ее. Так. Я говорю, вы у меня попросили. Ага. Я могу повторить еще раз. Вы у меня попросили. Да. Повторить. Я вам ее продиктовал. Ага. Продиктовали. Вот а что вы мне сейчас продиктовали? Чтобы вы ее увидели перед собой. Ага, что вы мне сейчас продиктовали? Вы меня попросили, чтобы я ее продиктовал. Ага. И что я вы мне продиктовал? Сейчас... Что вы мне продиктовали? Вы сначала сказали, что это не мы. Потом вы говорите, что мы Тинькофф банк. У вас двойные стандарты или вы как-то, ну... Нет, просто у вас с головой проблемы. На какой отмазке? На какой отмазке вы остановитесь? Да? Ага, на какой отмазке? Я, знаете, здесь отмазки никакие нужны. Ну, я вам объясняю еще раз, то, что вы сначала если стояли на своем, то, что это не проблемы мы. Проблемы с головой, то, а потом вы говорите, к сожалению, что вы знаете, как говорится, я вам сейчас одну умную вещь скажу, вы... только вы не обижаетесь. Да? Неужели я вам где-то нагрубил? Только вы не обижаетесь. Валерий. Знаете, в чем, как звучит эта умная вещь? Я вам где-то нагрубил? Я вам сейчас расскажу. Валерий, если человек идиот, это навсегда. Валерий. Ага. Да? Конечно. Угу. Почему вы меня... Так сказать, вы мне грубите. Неужели я вам... Ну что вы, где же вы видите грубость? Я использовал самое мягкое из возможных присущих вам определений. Это даже не определение, понимаете? Проблема не в том, что я хочу оскорбить. Я вам просто подсказал... Если у вас такая манера общения, ничего страшного. Медицинский диагноз, Валерий. Понимаете? Здесь ничего обидного нет. Считайте, что я ваш доктор. Доктор, и я вам просто подсказал ваш медицинский диагноз, да? Вы с юмором, мне это нравится. Хорошо, Валерий. Конечно, а для того, чтобы я вообще, в принципе, смог понимать, сможет ли наша компания с вами сотрудничать официально... А вы можете понимать, да? Я вам несколько поверхностно. Ага, можете понимать. Я вам несколько поверхностных вопросов. Ой-ой-ой, какие чудеса. Вы еще и понимать что-то можете, да? Ну, хорошо. Канал МАФ благодарит всех, кто принял участие в его жизни донатом, лайком, уместным комментарием. Благодаря вашей активности у нас не пропадает желание творить. Всем всего доброго и не давайте себя одурачить.